О, педите. Вы ли это? Нихуя. А что думали? Юрка умер. Опять, короче, заговариваюсь. Ну так и вот. А, кстати, там кто-то обещал 500 рублей, если я поводок куплю собаке. Вот поводок. Анжелочка. Это про что? А, так что я включился-то, знаете чего? Написал здесь мне так называемый Иван. Ну, пиздатый подписчик, который приезжал здесь в Гоа. И знаете, что говорит? Говорит, расскажи историю, как мы с тобой встретились. Говорит, а то я ничего не помню там. Нож кому-то подарил. Он думает, что он нож мне подарил. Ваня, ты нож не мне подарил. А индийским людям ты нож подарил. Сиди, сука. Ну да, ты... А, так вот я тебе рассказываю. Я пришел, увидел тебя. У тебя глазищи вот такие, зубищи вот такие. Уши красные, ты объебанный. Тебя аж всего колотит, знаешь, передергивает. Я думаю, нихуя себе подписота, блядь. А, ну и въебали мы с тобой по дороге МДМА. Тебя еще больше начало топорщить. Ты вот нож там кому-то подарил. Нет, ты ничего и не подарил, блядь. А, да, потом ты, короче, что-то, у тебя крыша поехала, ты ушел. И пропал, наверное, на час. Ну, типа с ума сошел. Твой друг, ты с другом был, он тебя пошел искать. Потом он тебя нашел, ты был в чужих тапках. Ну, короче, типичный белочник. Так что не переживай, все нормально. Если что. Да, все нормально, ничего. Ничего, Дил. А то, что ты там в платье танцевал, это тоже хуйня. Это я шучу, шучу, шучу. Ну, ссылочка на донат. На донат Алерс лучше, Ваня. Так и вот. А еще, знаете, я почему включился? Как-то заебись, уже 1000 заработал. Можно выключаться. Да, Анжела? Вчера с мамой поругался. И знаете, из-за чего? Из-за того, что я не снимаю видео, фотки в Инстаграм, знаете, никуда не выставляю. Она переживает, думает, куда я пропал. Я что-то, знаете, вспылил. Мамочка, прости, пожалуйста. Реально что-то вспылил. Буду снимать дальше видосики, чтобы вы не волновались. Не для этих ублюдков, которые внизу там всякую хуйню пишут. А вот буду теперь для мамочки лучше снимать. Ну так и вот. Сегодня целый день сижу ВКонтакте. Лежу усталочка онлайн. И я онлайн. Мне кажется, она что-то хочет мне написать, но не пишет. И я ей что-то хочу написать, но не пишу. Знаете, вот два овна. И в общем, вот кто первый сдастся. Ну это опять же, это я так о своем. Ох, какая дырочка у нас хорошая, у Анжелочки. Дурында. Что бы там еще-то, бля, пиздец. Ну хуёво, видите, с компом как вообще обломно. Бля, пиздец. Тоже, знаете, поприкидывался к конченым, там, нариком вонючим, что будто качусь ко дну. Вы же все, блядь, и поверили. Вы что нахуй такое стадо-то? Что, вы знаете, от вас отвернуться, сделать свет потемней, типа жарю плюшки и такой... Мне кажется, какой бы конченый нарик бы стал бы видеоблоги вести, вы вообще ёбнулись? Анжела, иди сюда. Шнурок. Так что вы долбоёбы, я вам хотел сказать, кто вообще нихуя не отдупляет. А кто отдупляет? А кто отдупляет, вы что не донатите-то, блядь? Вы вообще ёбнулись? Надо, короче, пиздец. Так давайте я вам скажу, куда я еду-то. Короче, начинается на ту, а заканчивается на рция. Вот и думаете, догадываетесь нахуй. Но надо денег на билет, а вы что-то вообще не хотите. Может давайте по 200, по 300 рублей? Думал здесь, знаете, может у вас по доллару просить. Ну, знаете, вот как у челяди, типа, знаете, типа, дайте доллар. Ну, это, блядь, будет вообще, ребята, несерьезная хуйня. А 200-300 рублей. Но сперва нужен iPhone. Без айфона как без рук. Без соцсетей, без всего. Вконтакт, вон, кое-как две фоточки добавил, блядь. Пиздец, это такая ебань. Сфоткать не на что, блядь. Ну, я говорю, я художник без холста, получается. А, вы почитали еще, что вещи Олектор там расхуячил? Ты-то вещи тоже, блядь. Смотри глубже.
Ты тоже что-то последнее время, знаешь, фантик видишь, а нутро не видишь. Я тебе тоже хотел сказать. Так, чтобы вам еще-то сказать. Пара-пара-пара-пам. Ай, короче, знаете, какая... Это я вам не буду говорить. Ну, так и что? Да-да, доставайте карточки. Или у кого там что? 200-300 рублей. У вас, блядь, 2000 рожь, ебаный в рот. Вы что, вообще ебнулись? У меня айфона нет. Это вообще пиздец. Можно взять какой-нибудь ебань, знаешь, Android, вот какой-нибудь Samsung. Ну, вот как челядь обычно ходит, это вообще пиздец. Андроиды, хуёиды. Мне кажется, это, блядь, телефоны для бедных вообще. Самодостаточного человека должен быть айфон. Хотя бы 7-й за 35 тысяч. С визном там посмотрел, знаете, на сайте. Короче, можно 6-ку купить за 20 тысяч. 6S, знаете, большой такой, за 25, а 7-ка 35. По 300 рублей. Блять, я реально вас рад видеть. Знаете, у меня было какое-то творческое отклонение чуть-чуть и кризис. А сейчас кризис миновал, в общем. Че, буду, блять. Главное не стоять на месте, а что-то делать. И тогда точно что-то придет и получится. Правильно? Да, да, правильно, Юра, ты молодец. Мотивируй нас дальше. Хуй вам, вот так-то схуяли. Вот тоже многие в комментах, вы от меня что-то, знаете, хотите, кто-то что-то ждет, да, там. Я вот все, блядь, задумываюсь, вы кто вообще, нахуй? Пыль. Пыль дорог, сука. Я же вас, нахуй, вообще никого не знаю. Знаю там вас, да, от силы там 23 человека, остальные-то вообще, вы просто насраны. Вот так, если вот в глобальном этом, кто вы, ебать? Может, там один долбоеб, знаете, там по-любому у нас есть такой, который 10 аккаунтов и сам с собой хуячится что-то, сам себя отхуесосит, сам себя отсосет, меня еще опаскудит. Это ж реально долбоебы, не? Так что пыль. Хорошо, моя самодостаточность позволяет мне не обращать на это внимания. Хуёво то, что сказать-то вам нечего. Вы тупые, блядь. Вам вот объясняй, не объясняй. Что вам рассказывать? Вы же сами про себя все знаете. Вот согласитесь. Пам-пам. Так. Еще нужен поток сознания минуты на две. Сейчас, подождите, я потру эту хуйню. Ой, блядь. Всего хорошего. Знаете, вот, сука, фраза задела вот меня. Всего хорошего. Думаю, ну, блядь, вот так. Так, куда едем, сказал, да? На билет надо тоже 20-ку. Короче, на iPhone 30-ку и на билет 20-ку. Где взять полташку, хуй знает. Ведь в Турцию приедешь, там надо еще что-то снять и сразу проплатить на месяц. В общем, хуйня хуевая. Ну, знаете, я не переживаю. Я думаю, знаете, все сложится. Кто ждет, тот дождется самого лучшего. Ну, сейчас какой-нибудь донатер сидит, ему вот это видео именно и надо было сейчас. Бах, нахуй. И денежка полетит на донат Алерс. Надо просто ждать и верить. Визуализируйте. Сядет Короче, визуализируйте, нахуй. И все будет заебись. Так, блядь, в Инстаграма фото, знаете, фоток повыкладывать. А сколько, 10 дней, да, ничего вообще? Ну, это называется випассана. Или вапассана. Ну, короче, не суть. Вот 10 дней у меня был отказ от соцсетей. И я вам скажу, блядь, оказывается, кроме соцсетей, в жизни очень много интересной. А, Дорошенко приехал. Вчера набухались так, что просто пиздец, ничего не помнил. Позавчера он приехал, мы и позавчера набухались, что я тоже ничего не помнил. Знаете, отрывки. У вас бывает отрывки. Нахуй, синь, кочмо, короче, ужасное. Вчера еще водку казахскую пили. Old Monk. Ой, короче, что только... Жизнь, в общем, бурлит. А сегодня, знаете, хуевастенько. Выехал с утра за водой.
Доехал, блядь, полгуа проехал, все закрыто, 7 утра, воды негде купить, блядь. Но купил 5-литровую банку за 65 рублей. Так что вот так. Вот и 10 минут. Блядь, друзья, давайте-ка лайков наебеним или дизов. Нет, давайте 200 дизов наберем. А то под последнее видео вы смогли 100 дизов набрать. Вот, блядь, умницы. Давайте всех вас целую. Был очень рад. Чего вы говорите, что я хуёво выгляжу? Я, может, с просони просто. Видите, я снимаю всегда до 12, всегда такой слегка помят. Да и не молод уже. 30-40 как-никак. Ну все, обнял всех. Ну и не жмотничайте. 200-300 рублей вас, блядь, не спасет. А меня спасет. 2000 человек. 1000 ублюдков можно откинуть сразу. И 900 челядей сразу откинуть. Блядь, хотя бы 100 человек-то есть нормальных? 100 по 200? Блядь, и все. Давайте, я вас верю, друзья. Обнял. Отбейте. Все. Блядь. А я буду скучать пока, давайте.